Всем привет! В этом ролике я хочу тебе рассказать о том, как в 2015 году я, наверное, совершила самое выгодное вложение в своей жизни. Был конец 2014 года, начало 2015. Тогда я работала в одном рекламном агентстве города Тюмени. Я была консультантом по рекламе. На тот момент я работала уже 12 лет, и я находилась в таком состоянии очень непонятном для себя, потому что я вышла тогда из декретного отпуска, и придя на работу, я понимала, что вроде бы как все знакомо, все понятно, но ну как-то что-то не то. Может быть, вы понимаете, о чем сейчас я говорю, когда это называется профессиональное выгорание, когда ты приходишь на работу, тебе все понятно, все обыденно, уже глаза не горят, как это было там много лет назад. И когда ты начинаешь упираться в такой профессиональный потолок, вот этот момент времени я проживала в 2015 году. Плюс еще была очень интересная история, когда, вот как сейчас у нас сейчас кризис происходит, да, в стране и в мире, доллар очень сильно подскочил от 30 до 60, и мои доходы очень сильно упали. Потому что моя зарплата, она была не окладная, она была на процентах. Вот, но как бы обязательства, они есть всегда, да, и никуда не уходят, нужно с этим что-то делать. И тогда, на тот момент времени, я начала думать о том, чем я могу вообще, в принципе, заняться в жизни. Еще дополнительно, помимо основной деятельности. И мне пришло предложение в 2015 году, это было летом, мне рассказали о том, что есть компания Global Intellect Service, и я могу там стать партнером. История у меня очень интересная, потому что мой мозг наемного сотрудника, ну, вообще не воспринимал информацию по партнерству, но тем не менее, когда мои эмоции закончились и включился мозг, я начала просто наблюдать, начала разбираться, что такое вообще партнерская программа. И, значит, случилось так, что все-таки я разобралась в этой возможности и стала партнером. За это время, получается, 2015 года, прошло уже чуть больше 5 лет. Сказать, что моя жизнь изменилась, ну, это ничего не сказать. Вот сейчас я нахожусь в Сочи, октябрь, понедельник, и я сейчас четко понимаю, что, наверное, тогда, в 2015 году, было для меня самым верным решением – это стать партнером. Я уже сказала о том, что моя история входа в бизнес была исключительно завязана на том, чтобы просто дополнительный источник дохода сформировать. Но вот о чем я сейчас думаю, да, анализируя спустя вот это время, что на самом деле бизнес дает мне гораздо больше, чем просто доход. Тогда я этого не понимала. Но вот сейчас четко отслеживаю, какие бонусы я еще получаю. Первый бонус там. Я стала спикером, я стала выходить на сцену, я стала выступать на больших площадках. Это тоже дополнительный бонус. Я очень много путешествую. За вот эти 5 лет я посчитала в количестве стран. Это 12 новых стран, которые я посетила за 5 лет. До этого я была всего лишь в 2 странах там, с 27 лет своей жизни. Вообще, я думаю, что в жизни каждого человека появляются, есть знаки, да, вот, и сейчас ты, ролик смотришь не просто так тебе его отправили, возможно, есть какая-то у тебя внутренняя потребность что-то поменять в своей жизни, и я считаю, что лучше разобраться в возможности, которые сегодня тебе дает Вселенная, чем упустить ее. Просто попроси информацию у того человека, кто тебе отправил видео, разберись в этом. И, возможно, твоя жизнь поменяется ровно так же, как и моя.